Смотри, это зеленое вроде, да? Да, во-во, видно. Ее одной и хватит, да? А зачем такую длинную? Ага, ага. Ой-ой-ой, осторожненько, осторожненько. Так, вот так вот, наверное, нарезать. Да. Может, поменьше, а? Поменьше? Да. Уже резанул, ну ладно, я одну. Я уже резанула, ладно. Ага. Давай поменьше. Чтобы вот они в сумку нам входили. Леш, ну тут гарантия какая тут? 50, ну? Да 50 на 20, наверное, или как. Да ладно, что-то у вас совсем маленькая гарантия. Точно? Да ладно. А они, знаешь, как распространяются? Вот она, видишь, вот она упала, вот это. Ага. Вот она там в землю, и вот это пойдет расти. Так, вот это что такое, еще расскажите? Это ежемалина. Ежемалина. Не колючая и... Крупная, черная. Черная такая. Думаете, она будет в Сибири расти? Да. Ну, вот у меня с Алтая увезли люди, и у них растет. Ну, значит, мы тоже вот, будем. Ну, только я не знаю, я что-то не спросила, они накрывают, их не накрывают. Ну, смотри, вот эти вот живые вроде как. Угу. Вот они. Ну, все, спаси Христос, хорошо. Вот такая вот штучка поедет к нам домой в палисадник. Надо еще посмотреть. Хочу. Из Киргизии, вот они горы, чтобы было понятно, что это не Алтай. Не знаю, ну попробуйте. Я просто переживаю, куда я потом эти ягоды девать-то буду. Своим всем раздавай, пусть компот делают. А с нее компот хороший, варенье хорошее тоже. А-а-а. Компотик мы пили. Угу. Ты не снимай меня, ну такая страшная. Да ладно, это мы вырежем. Был в маске ночью, и то вырезали. Да, ну, и не надо, пусть вырезается. Это тонкие совсем. Угу. Вот я черенки снимаю. Ага. Так, ну все, все, спаси Христос. Вот так вот ежемалина. Дай Бог, чтобы она принялась. Все.